Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот сегодня наконец-таки свершилось то, что должно было свершиться. Да, у меня китайский мотоцикл. Вот выглядит он вот таким образом, двухтактный. И проблема заключается в том, что я сам пробил радиатор. И сегодня у нас будет видео о том, как запаять радиатор, как восстановить радиатор. Вот, казалось бы, вот такая маленькая, вот такое повреждение, но когда мотоцикл нагревается на, скажем, куда-то подъемах, на маленьких скоростях, где когда тошнишь, начинает ссать отсюда, вот прям сыт, сыт и сыт. И меня начинало это раздражать, я летом жарко, беру с собой воду и половину воды выливаю в радиатор. В общем, сегодня мы это, как говорится, будем запаивать радиатор. Как запаять радиатор на эндуро-мотоцикле? Вот такое интересное видео нас сегодня ждет. Конечно же, в первую очередь нужно все зачистить кар-щеткой. Как это сделать одной рукой, непонятно. Вообще тоже. Ну, в общем, одним словом, я пока зачищу, а вы оставайтесь на канале. Так усердно тер, что часть, скажем, вот этих элементов аж вдавил. Не знаю, к чему бы это, хорошему или к плохому. Сейчас начнем брать горелку и жарить, как говорится, по полной. Итак, беру горелку и начинаю прогревать. Ой-ой-ой. Что тут начинается? Тут начинается подгорать. Что, надо брать олово и запаивать. Ну что бы я ни делал, олово либо подгорает, либо не прилипает, скручивается и не запаивает. Буду дальше думать, что делать. Итак, запаять мне вот таким устройством не удалось. План А не удался, но у меня появился план Б. Вот, сходил я в Хозмаг, купил я вот такую штуку, которая называется холодная сварка. Вот такой вот котях сюда мы сейчас пристроим. Отрезал я вот такой кусок. И теперь нужно весь его перемешать. Холодная сварка — вещь безумно прикольная. По ощущениям, как пластилин. И вот таким нехитрым образом наносится на поврежденные участки радиатора. Вы на канале Эдуарда Эндуро. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Если вы до сюда досмотрели, значит, вам это интересно. Если вы обратили внимание, я сперва вдавил в соты, а потом сделал такую вот, скажем, наплыв на вот это ребро, где была у меня поврежденная секция. Для того, чтобы это был вот кусок, который мы герметизируем. Ну что, мои дорогие друзья, конечно же, я обязательно поставлю, покатаюсь и вам расскажу. А на сегодня у нас, как говорится, добавить больше нечего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И о чем я? Самое главное, как запаять радиатор эндуро мотоцикла. Не удалось мне. Удалось получить, скажем, вариант, как же назвать-то, как залепить радиатор эндуро мотоциклом холодной сваркой. Вот вам, пожалуйста, вариантик. Всего доброго, до свидания.